В селе Карлинской Ульяновской области отремонтировали амбулаторию. Обновили стены, потолки, закупили мебель и оборудование. С помощью нового аппарата ЭКГ результаты теперь можно получить через пару часов. Аппарат ЭКГ у нас появился, мы можем здесь сразу сделать ЭКГ. Все это оформляем, через гигометр включаем, потом заносим все это в компьютер. В компьютере у нас все сведения есть. Оформляем через вторую поликлинику ГУСК МСЧС. И через где-то 2-3 часа результат у нас уже готов в компьютере. Карлинская амбулатория входит в комплекс центральной медико-санитарной части. Учреждение отремонтировали по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Причем ремонт сделали раньше, чем планировали. Данная амбулатория должна была ремонтироваться в 2024 году, но вот в связи с, скажем, с важностью было выделено опережающее финансирование, и мы начали ремонт в 2023 году за счет средств 2024 года. Сейчас работы полностью завершены, капитально отремонтированы все системы. Вместе с техническим оснащением и ремонтом в амбулатории обеспечили комфорт для маломобильных пациентов. Местные жители довольны преображением медицинского учреждения. Для людей с ограниченными физическими возможностями, то есть это доступная среда, выполнен пандус для их удобства. Как мы уже знаем, 2024 год объявлен годом семьи. А вы знаете, что наше село Карлинское растет, рождаемость растет. И, конечно, для мамочек с маленьким ребенком это очень комфортные условия предоставлены. В амбулатории есть кабинеты врача-терапевта, педиатра, доврачебного приема, смотровой и процедурный. К медучреждению прикреплено почти 2000 человек. На проектирование и капитальный ремонт здания было заложено 11,5 миллионов рублей. Виктория Чиркова, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.